Первым делом я взяла такие вот покрывала. Очень красивый цвет, приятный стиль. حينما حل البلاء جئت إليك دليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي Ребята, добро пожаловать на мой канал. Ассаляму алейкум, меня зовут Ниву. Если вдруг вы только впервые заглянули на мой канал, я у вас спрашивала, будет ли вам интересно, если я буду снимать влоги в период Рамадан, о том, как мы готовимся к ифтару, что мы готовим на сухур и так далее. И все проголосовали, практически все, что вам это интересно. Поэтому, ребята, ловите сегодняшнее видео, думаю, будет интересный сегодняшний день. Вот, у меня есть некоторые планы на сегодня, в основном это никакие, но давайте мы с вами проведем этот день, еще раз надеюсь, что будет интересно. А еще, ребята, я еще раз поздравляю каждого из вас с наступившим месяцем Рамадан. Надеюсь, вы его проводите максимально продуктивно, так как вы планировали за несколько месяцев. Вот, кстати, насчет вот этого вот, мы с вами, если помните, украшали наш салон, нашу гостиную. Я немножечко видоизменила его. Если помните, было вот три вот таких висящих свечек. Я сделала из них 4. Так получилось более-менее приятно глазу. Все, ребята, тогда бисмилля. Мы давайте начнем наш совместный день с вами. После такого бурного подъема у нас, как всегда, как обычно, как у всех, сухур. Далее мы уже совершили намаз фаджр и далее по делам. Еще раз всех приветствую. Направляюсь я в наш торговый центр New Marina. Там есть одно очень классное место. Магазин, который напоминает, очень сильно напоминает Икею, называется, если я не ошибаюсь, F-Idea или Идея, не знаю, как на турецком будет правильно звучать. В общем, я направляюсь туда, куплю некоторые вещи, украшения. Думаю, покажу вам этот процесс тоже, поэтому давайте присоединяйтесь и не переключайтесь. Первым делом я взяла вот такие вот покрывала. Мы их будем использовать для гостиной, потому что у нас светлая мебель, и она очень сильно портится, особенно диваны. Вот, поэтому я взяла вот таких вот два. Они стоят 99, и здесь 180 на 220, вот. Есть, смотрите, бежевые оттенки, я взяла вот белые. Думаю, достаточно, сейчас пойду еще и смотреть вазу, потому что ваза тоже мне очень нужна была. Смотрите, какие классные подушки. А, кстати, да, мы хотели на Рамадан
подушечки. Но, к сожалению, нигде мы не нашли. В интернете заказывать очень долго, поэтому обойдемся, думаю. Посмотрим, может, какая-то посуда есть интересная для Рамадана. Вот не знаю. А, смотрите, какая красота. Вот это нам очень нужно было. Но у меня интернет, скорее всего, закончился, поэтому я не смогу узнать у мамы. Очень прикольно. Есть еще и вот такие вот. Какой лучше? Мне вот этот вот очень нравится. Подходит под наш стол. Желтоватым оттенком. Здорово. Вот этот тоже неплохой. Скатерти. По 119. Тоже нужно, но пока что у нас есть. Коврики для намаза. Вот этот вот прикольный. Очень красивый цвет в турецком стиле. Так, больше вроде бы ничего мне и не нужно. Куплю я цветы, да. Смотрите, какая прикольная. На завтраке классик. Вообще просто супер мило. В общем, это мой любимый отдел с вазами. Я хотела вот такой вот купить, вот такой вот. Но не знаю, можно ли такое с изображением лица. Ну, в общем, не знаю, поэтому не буду покупать. И мне вот эти вот нравятся. Если в них закинуть сухофрукты, говорю, сухоцветы, получится очень красиво. Смотрите, очень много интересных красивых ваз. Давайте к цветочкам. Я сейчас выберу какой-нибудь для салона. Посмотрим. Дома я вам покажу уже этот процесс. Вот, очень красиво. Вот еще. Очень красиво. Ребята, я зашла в Carrefour и купила финики. Два вида. Здесь есть... Короче, вот, везде, в общем, обустроен финиками. Думаю, самое время насладиться сегодня, тем более я держу пост. Альхамдулилля. В общем, ребята, я вернулась домой. Еще раз всех приветствую, добро пожаловать. Я сейчас буду мыть наш маленький балкон. У нас есть два балкона, если вы не знаете. Один из которых мы закрывали на целую зиму. Потому что холодно, понятно, да? И дети постоянно выбегали, открывали окна, оставляли их открытыми, поэтому мы решили сегодня, уже так как потеплело, открыть. Да. И мы вместе с вами помоем, займемся такими вот делами. Наконец-то я когда помою... Ой, мои гирлянды. И сюда мы вытащим некоторые цветы, растения. Вот наш... Алоэ, он сейчас находится на другом балконе, он уже вырос, машалла, и вот это тоже уже растет. Я вот правильно вообще увидели? Но я вам покажу в конечном итоге. Не знаю, я оставлю, думаю, его в комнате, потому что, ну, не знаю, посмотрите, он, мне кажется, ему здесь лучше, и он как-то дополняет комнату, дополняет наш салон, вот. А сюда мы вытащим еще и второе растение. Ему, скорее всего, тоже нужно солнце, потому что вообще он не растет, вообще он, ну, вообще такой же, каким он и был. Вот, давайте мы с вами, ребята, приступим к уборке. Бисмилля. У нас изначально этот балкон, вот этот, был закрытым, но второй был открытым. И нам хозяин этого здания, когда мы купили квартиру, предложил закрыть второй балкон, получается, когда мы были уже в Москве. Сам хозяин нам его закрыл. Вот. Как же мне нравится эта пальма. Смотрите, какая арабская у нас, арабский вид здесь. О, боже, машалла. Давайте я принесу свои средства.
Мухаммад вернулся со школы. Давай, давай быстрее. Будешь сейчас мне помогать. Вот. Место. Простите, просто жесть. А вообще, знаете, мне бы хотелось, знаете, на балконе иметь какой-то вот какой-то уголок очень уютный. Мы изначально, когда покупали вот книжную полку, мы, ну, хотели поставить его на большой балкон, но подумали, ну ладно, пускай будет так, потому что я видела очень много интересных на Пинтересте, очень интересных балконов, где люди сами оформляют, делают какие-то нереально крутые уголки, даже рабочие столы ставят. Вот, я бы тоже хотела так, но... Вот, ну, пока что не знаем, что ставить, потому что балконы, они совсем такие большие. Вот один стеллаж или что-нибудь поставили, то уже все закрыто, все перекрыли, все. Идет. Hello, Юсуф. Что ты сегодня нам принес? Интересно. Каждый день они делают какие-то подделки. Сейчас посмотрим, что на этот раз он сделал. Большую передышку. Я помыла практически все окна с верхней части. Нужно теперь помыть нижний балкон, то есть нижние стекла, и уже перейти к полу. Вот. Я вот не умею делать одно дело сразу, закончить его. Мне обязательно нужны какие-то перерывчики и так далее. В общем, ребята, помните ковер, который я вам показывала, коврик для намаза? Я обязательно либо завтра, либо сегодня, думаю, не получится, вот в ближайшие дни я обязательно поеду за ним, потому что вот я пересматривала эту часть, этот отрывок, мне безумно понравился этот оранжевый коврик. Нам, кстати, дарили два коврика, которые у нас сейчас есть, нам дарили родственники тети, свекровь тети, одну из них, а вторую нам дарили дочери, свекрови, тети. Я вообще не разбираюсь в ветвях, в ветках, родственных узах, поэтому думаю, это не страшно. Ну, в общем, вот такие вот у меня планы. Тем временем, смотрите, что здесь сестра готовит, пока я убиралась. Невероятно вкусно выглядит. Рецепт также у нее будет на канале, как обычно. Вот. Внутри есть яблоки и грецкий орех, да? Да.
Да, есть, говорят. Вот. Вот, иншалла, попробуем на ифтар. До ифтара еще есть время. Вот. А пока я продолжу свою уборку. Кстати, в Турции, если вы замечали, ходят вот с такими штучками с тележкой и собирают всякие разные металлы, иногда бывает, что это старые вещи. Вот. Вот так и вот их зовут. Точнее, говорят о том, что они несут, что они будут брать. Вот, некое объявление, скажем так. Смотрите, какой у нас здесь сад, он уже расцвел, невероятно красиво выглядит. Обустроили здесь камнями. Пахнет цветами, очень свежими. Ну, в общем, которые цветут на улице. А, вот здесь, по-моему, тоже у нас что-то. А, нет, это ничего. Мне показалось, что у нас есть вишня. Оса здесь. Так, ребята, у нас завершающий этап, и наконец-то нужно теперь просто помыть полки. Добавила туда средство, которое вы только что видели. Вот, и все получается. На самом деле, я не люблю мыть полы. Возможно, мы сюда купим какой-нибудь стеллаж для растений. Вот, пока что не знаю. Смотрите, как выглядит алоэ. Ну, он уже вырос. Смотрите, по бокам уже растут малютки. Вот. А вот этот вот немножечко с ним печальная история. Мы не знаем, как, что и как. Мы его поливаем. Ну, в общем, есть новые листья, но все равно как-то не растет. И не хочет, наверное. Ну, поставим пока что на балконе, посмотрим на результаты. Возможно, ему здесь будет куда лучше. Вот, теперь уже более-менее какой-то вид красивый на балконе стало. Вот так. Еще я не знаю, что делать вот с этой полкой. Я не знаю, как расставить все, чтобы выглядело настолько красиво и аккуратно. Мне просто не получается. Смотрите, все это ключи лежат, непонятные тетрадки. И дети, когда играют, они просто, знаете, перемешивают, а хуже всего они еще и раскидывают все. Ах, в общем, сейчас я, возможно, с последними силами сделаю что-нибудь, потому что, ну, мне не нравится, как все это выглядит. У меня еще и гирлянда одна упала. Я не знаю, как правильно называть эти свечки. Ну, в общем, я сейчас постараюсь как-то сделать красиво, аккуратно. Вот. Меня часто спрашивают насчет книги, которые я могу посоветовать по бизнесу, по научной литературе, по классике и так далее. Давайте я сейчас вам покажу три топа. Давайте не топ-3, ладно, топ-5 книг по исламу, так как сейчас месяц Рамадан, да. Я вам покажу, которые я читала, читаю или же перечитываю. Вот, которые очень полезные для начинающих или же для тех, кто уже продвинут в этом направлении. Первая книга, которая сейчас у нас стоит, это книга Абу Дауд ас-Сиджистани, это Китаб аль-Адаб. Сейчас я возьму, более подробно мы вот здесь рассмотрим. Обложка очень-очень приятная, я не знаю, это замш какой-то, замша вроде бы и нет, ну, в общем, я не знаю. Она очень приятная, и вот такая вот, смотрите, по бокам, цвет очень красивый. В общем, это сборник хадисов, поэтому в основном это книга о благовоспитанности, адав, да, переводится. Призвана регулировать, упорядочить нашу жизнь, эти правила охватывают самые разные аспекты жизни мусульманина в этом мире. В книге очень много интересных глав, и это очень удобно, что они поделены на главы. Допустим, глава о запрете покидать друг друга, здесь приведены хадисы, толкования.
Давайте еще посмотрим. Глава о двуличном человеке, о сплетнике и так далее. Это очень удобно, на самом деле, одна из моих любимых книг, которые я очень хотела сильно, очень сильно хотела ее купить. И вот, машалла, альхамдулилля, у меня она есть. Вот, давайте вот здесь по моим черным книжкам пройдемся. В основном у меня исламские книги в черном переплете. Одна еще книга для разнообразия, я вот посоветую вот эту вот книгу, это здесь рассказы из жизни сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказы из жизни последователей сподвижников. Это очень интересная книга, ребят, просто вы не обращайте внимания на то, сколько там страниц, сейчас я скажу сколько, секундочку. Страниц, но она настолько интересная, она реально безумно интересная. Все книги, вот эти вот практически все книги, я и эту в том числе покупала на проспекте Мира, внутри мечети, насколько я помню, или же не помню. Вот, по-моему, внутри мечети там есть Баракят, если я правильно произнесла название этого магазина, если там ничего не поменялось. Вот, очень много всяких очень много исламских почему я заикаюсь? В общем, очень много интересной исламской литературы. Так, у нас далее идет «Расскажи мне о вере». Я ее показывала и делилась впечатлениями. Итак, ребята, на самом деле, это та самая книга, которая вот мне помогла в изучении каких-то моментов, каких-то вопросов и вообще в целом узнать свою религию намного лучше. Здесь вот написано, о чем эта книга, о джиннах, колдовстве, книге. Об ангелах, о пророках, о судном дне, о сути веры и в целом о нашей религии. Здесь тоже рассказывается максимально просто. Вот, тоже поделены на главы. Допустим, как Коран передавался Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чем отличается Коран от остальных книг Аллаха. В общем, очень интересная книга. И особенно мне вот заинтриговали главы о колдовстве и о джиннах. Вот, очень интересная книга. Еще была книга «Острый меч», по-моему, называлась. Я ее, к сожалению, отдала. Вот, но сейчас у меня ее с собой нет. Вот, на самом деле, вот эта книга тоже очень полезная о колдовстве, о джиннах. В общем, если вдруг у вас она лежит давным-давно на полке, или же вы не знаете, что почитать, то тоже возьмите на заметку. Книжечка маленькая, книга совсем маленькая, но при этом очень интересная и насыщенная. Вот, давайте мы продолжим. Давайте перейдем к последним. То это мои любимые топ-3 книги. Я бы хотела еще купить четвертую, но, к сожалению, ее не было в наличии вообще никак. Я не могла ее достать. Первая книга — это «Имам Ибн Аль-Каим Аль-Джаузи». Кто знаком с ним, то, думаю, ребята, вы уже знаете, о чем вообще книги и насколько они, насколько мысль передается очень-очень интересно и сжато. Вот, у меня есть книга «Джаваб Вабиль». К сожалению, я бы хотела иметь «Фавоид», но, к сожалению, ее не было в наличии. Вот так она выглядит, она невероятно красивая и очень приятная. В основном это здесь хадисы приведены, а здесь это «Муфсидат», «Недуги сердца». Она тоже очень интересная. Здесь автор уже другой, Мухаммад Салих Аль-Мунаджид. Вот, возьмите вот на заметку эти книги «Вабиль», «Муфсидат», «Джаваб», «Расскажи мне о вере», «Камаль Эль-Зант», а также «Китаб Аль-Адаб». Думаю, по названию уже здесь понятно, да, о чем будет идти речь. Разговаривать, комментировать и убираться. Итак,
начнем с самой верхней полки. Здесь книги Мухаммада, которые, мне кажется, он вообще не забирает отсюда и не пользуется, поэтому я их уберу, пожалуй, к нему в комнату, так как у него сейчас уже есть рабочее место, рабочий стол. Вот, это его тетрадка, это моя тетрадка. Я ее тоже уберу, потому что она не нужна. Здесь у меня еще альбом выпускников с 9 класса. Это мой альбом. Вот. Есть что вспомнить, но я, правда, ее крайне редко открываю. Вот сейчас я за последние полтора года только первый раз открыла. В общем, на самом деле было очень круто в Москве, когда я училась в Москве. Я 9 класс окончила именно в Москве. Очень интересные были ребята, очень хороший был класс. Вот, здесь что у меня в папке? Папка у меня всегда стояла вот на этой верхней полке, и дети постоянно выдергивали, и ручку у меня сломали. Здесь у меня что? Пустой лист. Я не знаю, нужно ли хранять вот эти вот вещи, сертификаты разные. Здесь сертификат Мухаммада, я не знаю... Возможно, мы повесим их в его комнате, мои в моей комнате. Смотрите, какая красота, да? Здесь, по-моему, написано мое имя. Это каллиграфия. Когда к нам приходили, я была волонтером в культурном центре, да? И к нам приходили люди из... Откуда? Я забыла. Из Ирана, по-моему. Ну, в общем, была выставка. И нам подарили по очень красивым вот таким вот надписям. И каждому написали их имена на листочке. Возможно, я не знаю, будет ли красиво, если я их повешу в золотую рамку, скажем. Либо же в самые такие обычные. Ну, я не знаю, посмотрим. А если вдруг будет красиво, то мы, конечно же, повесим, ребята. Здесь грамота Мухаммада. Вот его вещи я сделаю отдельно. А еще здесь у меня благодарственное письмо в шатре Рамадан. По-моему, это за прошлый, позапрошлый год, я не помню. А здесь подпись стоит Юлдус, поэтому позапрошлый, думаю, год. Вот, сейчас, кстати, тоже проходит шатер Рамадана на Минской, на метро Минской. Вот, оставлю ее здесь. Она мне практически не нужна. У меня здесь очень много листочков, где я писала свои цели всякие на ближайший год. Я понимаю, что эти цели я достигла. У меня здесь еще и сертификаты по наращиванию ресниц. Если что, я умею наращивать ресницы, обращайтесь. Вот и, ой, и второе благодарственное письмо. Так, что у меня еще здесь? У меня тетрадка по наращиванию. Итак, мы их уберем. Думаю, я не буду ничего вешать из каких-то своих благодарственных писем, потому что, ну, не знаю, мне это пока не нужно. В последнее время я начала замечать, что я очень часто заикаюсь, либо же очень тараторю почему-то, я не знаю. Куда-то я спешу, куда-то мне нужно. Давайте, смена, мы их закроем. Вот так вот. В принципе, я эти папки не буду оставлять здесь, потому что им, ну, думаю, здесь не место. Я их уберу куда-нибудь подальше, кроме вот этого вот. Но пока что я подумаю, куда я буду оставлять. Это вещи Мухаммада. Так, здесь у меня это. Закладки, которые я покупала в Читай-городе, они такие удобные, магнитные. Я их очень часто использую. Вот, сейчас их нужно закрыть. Я не знаю, куда их убирать, потому что дети, они трогают подобные вещи. Поэтому я не знаю, возможно, их оставлю на месте. Но хотелось бы, конечно, извинить и расширить это пространство. Так, здесь книга. Я ее до сих пор, представляете, я ее до сих пор не прочитала. Потому что, на самом деле, книга невероятно интересная, я об этом говорю 100 миллион раз.
Вот, думаю, из-за этого и не хочется прощаться с этой книгой, поэтому вот прям буквально последние странички остались. Я дочитала вчера несколько страниц, буквально где-то 30, что ли. Вот, сегодня у меня последний день. Думаю, мы скоро попрощаемся. Прощаемся. Да. Итак. Это уберем. Здесь, пожалуй, я оставлю, как было раньше. Я сюда поставлю вот эти вот издания, как они называются, эксклюзивная классика. Поставлю эти книжечки, а эти я уберу, пожалуй, вниз. Да. Вообще, в идеале я люблю, когда книги стоят вот так вот, знаете, вот это вот нейтральные цвета, очень красиво, но не знаю. Я дала себе слово, что после этой книги я обязательно начну читать турецкую классику, турецкие книги, потому что мне пора уже заняться грамматикой, это очень важно, потому что у меня есть кое-какие планы. Итак. Наверху у меня будут книги типа коричневого цвета. Сейчас посмотрим, какая из них длиннее. Для меня прям очень важно, чтобы книги были по нужной длине. Потому что когда они по-разному стоят, в разный рост, то я прям не могу на это смотреть. Возможно, сюда мы добавим еще книги Шарми желтоватого оттенка и Джерарда. Так, я сама с собой разговариваю, очень интересно, знаете. Я когда только-только начинала читать книги, для меня не то чтобы... Вообще я в целом хотела иметь себе какую-нибудь хотя бы одну книгу из этого издания, потому что они невероятно красивые. Не знаю, мне они безумно нравятся. Я сейчас расставлю их по цветам, это тоже важно. Я сейчас посмотрю, есть ли фокус, да. В общем, кто не читал эту книгу, ребят, обязательно прочитайте. Очень интересная. И настолько, знаете, я не знаю, я его прочитала максимально быстро, хоть здесь очень много страниц и шрифт здесь, ну вот, вот такой вот. Ой. Вот такой вот. Я прочитала буквально, я не знаю, за неделю, возможно, даже меньше. Читается очень легко и быстро, при том, что если у вас есть какая-то мотивация, интерес к этому бойцу. В общем, одна из мотивирующих книг учит не сдаваться и идти дальше к своим целям, несмотря на все препятствия, несмотря на какие-то условия, которых, возможно, и нет. Вот, ну, в общем, интересная книга. Возьмите на заметку. Так, эту книгу я уберу, эта книга не моя, Мухаммада. Здесь чуть программирование что-то, в чем я не разбираюсь. Вот, и сюда ставлю только, здесь я ставлю только свои книги. Будет ли здесь уместно?
Как смотрится, кстати? Не знаю. Сейчас посмотрю. Издалека. Вместе с вами. Ну, вроде бы неплохо, да? Вроде бы неплохо. Вот так вот. Если что, напишите, пожалуйста, как вам, как это все выглядит. В общем, ребята, дела закончены. Теперь, мне кажется, более-менее презентабельно все выглядит. Да, растения тоже, по-моему, кстати, здесь. Вот, теперь у меня другие дела. У нас, ребята, приближается время ифтара. Здесь сестра что-то готовит. Всем привет, ребят. Всем привет, да, привет. Что это у вас здесь? Фрикадельки какие-то очень красивые. Она их запекла сначала, сейчас будет, скорее всего, жарить или тушить. Сейчас пожарим соус. А, да, она снимает видео на свой канал. Если что, более подробный рецепт, как всегда, у нее на канале. Ссылку найдете в описании к этому видеоролику. Вот, она еще сегодня испекла сладости к чаю. Вот, пока я мыла только одно окно, получается, она приготовила. Вот здесь какой-то соус. Ну все, ребята, в общем, мы готовимся к ифтару. Я тоже пока что чем-нибудь займусь. Да. На этом, как вы могли заметить, прекрасный дождь. После того, как я помыла окна, после того, как я помыла балкон целый. Ну, ничего страшного, думаю. В принципе, не критично. Вот так вот. Ребята, на этом, я думаю, с вами попрощаюсь, потому что до ифтара осталось буквально несколько минут. Мы сейчас уже начнем накрывать на стол, доготавливать некоторые вещи. Поэтому вы не забудьте подписаться на мой канал, также на мой инстаграм. И на мой телеграм-канал можете, в принципе, подписаться. К сожалению, я его не веду настолько активно. Вот, но, возможно, иншаллах, в будущем я исправлю эту ситуацию. На инстаграм подпишитесь, потому что я его веду намного активнее, чем ютуб или же телеграм-канал. В общем, ребята, желаю вам хорошего дня, вечера. Надеюсь, у вас все замечательно. Вот, с вами была Нилу, до следующего видео. Пока-пока.